Доброе утро! В Казани впервые пройдет неделя татарстанского кино. Будут показаны фильмы, снятые в нашей республике за 15 лет. И у нас очередной гость Марат Ахметшин, продюсер фильма «Мула». Доброе утро! Здравствуйте, доброе утро! Когда состоится премьера фильма «Мула»? И она будет открытая или закрытая? Премьера фильма «Мула» состоится 28 апреля. Это будет закрытый показ. Но, тем не менее, я рекомендую звонить в кассы кинотеатра «Мир». И требовать? Да, и требовать. Покажите для всех. Нет, действительно, широкий прокат. Вот есть такие планы? Конечно, конечно, в широкий прокат мы, как говорится, Алла Берся, будем готовить. Широкий прокат будет в октябре 2018 года. Ну, то есть совсем скоро. Да. Совсем да, скоро. Да. Для кино. Может кому-то показаться, что не скоро, но на самом деле по законам кино это действительно скоро. Время пролетит незаметно. Да. История, вкратце, самые главные тезисы из этой истории для тех, кто еще не знаком с ней. Ну, большинство-то, наверное, уже знакомы с этой историей, потому что она оставилась... В театрах, не в одном театре она ставилась, она даже в четырех театрах ставилась, и в Башкирии в том числе. Мулла приезжает в деревню, и его появление провоцирует, выявляя все эти конфликты, которые присутствовали в деревне. И вот выход из всех этих конфликтных ситуаций, разрешение этих конфликтных ситуаций, как раз эта история фильма и есть. Ну, мы уточним, да, что это пьеса Туфана Минулина. Да, это пьеса. Вообще кино снято по мотивам этой пьесы. Это не точная копия. Там какие-то авторские еще свои, доработки, дополнения. Есть дополнения. Какие, если не секрет? Ну, вы знаете, самое большое изменение мы внесли в образ Вали Ахмата. То есть есть там персонаж Вали Ахмата в истории Туфана Миннулина. Это достаточно сложный персонаж. Он, в рамках театра он хорошо ложится. В рамках кино это достаточно сложно было для нас его выявить вот так, как его задумал Туфан Миннулин. Потому что там нужны были исторические съемки, на наш взгляд. Снять это о том, как его выгоняли из деревни, что с ним произошло по жизни. Если не показывать эту историю, а просто как в театре это принято. Да, в кино больше возможностей все-таки все это. И язык другой немножко. В театре можно просто сказать об этом. Там много условностей очень. То есть декорации, они И театр – это условное такое искусство. Оно с этого начинается. В кино несколько другое, и там надо все показывать. Если он может там сказать, что я приехал сюда прочитать там молитву деревни, то есть я сын, я не знаю, как перевести это на русский язык, то мы испугались, что это без объяснений, почему так произошло, без его истории будет немножко театрально, в кино это не очень хорошо. Вот это самые большие изменения в роли Вали Ахмата. Мы его сделали по-другому немножко. Как мы его сделали, извините, я рассказываю. Это уже интрига, конечно. Заинтриговали. Мы даже не будем вас пытать. Финал в фильме и финал в театральной постановке различаются? Знаете, я скажу так. В театрах было очень много финалов всяких. Они разные были. То, что касается... Вы, наверное, имеете в виду Камаловского театра непосредственно. Ну, мне тоже не хочется... раскрывать тайны. Единственное, что скажу, это ближе к пьесе. Финал нашего фильма, он более близок к пьесе Туфана Миннулина, как он его задумал. 28 апреля. 28 апреля. Закрытый показ, но попасть все-таки можно. Вы знаете, я вам рекомендую звонить в кассы кинотеатра «Мир» и уточнять, да. Да, возможно, вам повезет, нам повезет, зрителям тоже. Конечно, конечно. Желаем удачного проката и желаем творческих побед еще.